Здравствуйте, с вами магазин «База Автозвука». Сегодня мы рассмотрим комплект ксенона от компании Solar на цоколе H7, температура свечения 5000 кельвинов. Артикул комплекта 4750. Поставляется в фирменной упаковке. Внутри у нас вот так вот все упаковано. Здесь находится гарантийный талон и инструкция со схемами подключения. Лампы мощностью 35 Вт, вообще полностью весь комплект мощностью 35 Вт идет. Подключаются они сугубо на 12 Вольт с помощью проводов подключения. И также к блокам розжига идет 3 разъема. Разъемы идут стандарта CAT, есть еще стандарт AMP. Блоки розжига Slim стандарта, металлические, герметично заклеенные, также мощностью 35 Вт. Вот. Удобно то, что они маленькие и в подкапотном пространстве будут занимать мало места. Можно поставить практически на любой автомобиль. Монтажный комплект также, металлические пластины, стяжки и болты для фиксации. Так, давайте подключим одну из ламп. Вот, в принципе, два разъема уже подключены, они индивидуальные. Перепутать не получится. Ну и подключаем еще провод питания. Вот таким вот образом у нас лампа уже готова к подключению питания. Вот эти защитные у нас колпачки пластиковые для того, чтобы не повредились при транспортировке лампы. Вот сейчас подключаем на 12 вольт и смотрим, как она будет светить. Так, подключаем питание. Лампа загорается у нас. В течение нескольких секунд набирает свою мощность и яркость. Конечно, ксеноновые лампы все очень ярко светят, поэтому обязательно после установки любого комплекта ксенонового автомобиля нужно корректировать фары, дабы не слепить других участников дорожного движения и правильно выставить светотеневую границу. Цветовая температура заявлена 5000 кельвинов. Как мы видим, цветовой поток полностью белый. При покупке на комплект ксенона распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость его вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.